Еще такой момент, который тоже периодически встречается. То есть, например, бывает такое, что в модуле формируется, внутри какого-то модуля namespace, там, в зависимости от вашего языка, формируется некая структура, и другие файлы должны ее использовать. Да? Особенно в JS это популярно. Ну, другие модули. И, например, как я часто вижу, делается, выставляется наружу прям структура данных, которая напрямую используется в других местах. Это чаще всего плохое решение. Почему? Потому что, ну, вообще говоря, идеально, если код всегда завязан на интерфейсы, да, интерфейсы в данном случае подразумеваются функции. Вот. То есть мы вызываем функции, а про реализацию не очень-то знаем. Это позволяет менять реализацию. Легко. Плюс сюда же сразу конкретный аспект, связанный с реализацией, это обработка ошибок. То есть, например, если вы наружу выставляете структуру, которая потом используется, то вам придется реализовывать обработку ошибок вообще абсолютно в каждом месте. Вы не сможете написать это прям там, потому что у вас тупо функции нет. Я имею в виду в том модуле, где определяется структура. И там как раз вот у нас были такие примеры во втором проекте, даже целых два. То есть идея в том, что если у вас формируется некая структура, с которой остальные потом работают, то доступ к этой структуре лучше делать через функцию, которая может обработать ошибки, что-то дополнительное там сделать, дефолт какие-то определить, еще что-то. И выставлять наружу эту функцию, чтобы остальные вообще не знали про существование этой структуры. В JS, например, это еще завязано на импорты, но это отдельная история. Короче, там своих хватает таких особенностей языка. Вот. Ну, в общем, когда вы встречаетесь с такой задачей, оперируйте функциями, ладно, а не структурами данных.